Йиху! Всем привет! Меня зовут Артём. Вы только нас обращением. Я снова буду агентом вампиром. Итак, что у нас тут есть в новостях, я сейчас почитаем. Так, покажу себе то же самое, как повышение уровней. Ладно, хочу я вам сказать подарки. Так, спасибо Иван. Спасибо Айкс. Спасибо Ярослав. Спасибо Карина. Тут за святую воду большую. Спасибо Артём. Так, все. Так, хорошо, что тут не особо много пойма, да, это точнее, золото уже. Чтобы сказать, почему-то, ну ладно. Короче, я сразу сражался с друзьями, тут по-быстрому. Все и кое просто, тут все проходит, все так. Ну, такие, окей, квест, к счастью, выполним. Тебе уже всем друзей победить, нормально. Так, что у нас тут в этот раз будет? Опять ягода, что один ягода, тут будет шарей в этом и все. Ну, окей, очень один сражаться за зомби тогда. Так, питомец, давай помогаешь. Так, хорошо, я купил лесу. Очень часто уворачивается, как видите, вот два раза уже подряд. Ну, дает. Три раза. Вот это понимаю, питомец. Они тоже там тиры эти, драконы, там кошки. Вот этот самый настоящий лучший питомец, по-моему. Уже 4 раза вывернулся, вот это дает. Ну, пятый не смог, раз снова. Если бы не леса, я бы ее помер по-любому сейчас в этом бою. Все благодаря этому питомцу. Уклонение спасает жизнь всегда. И уши сил. Все-таки не зря купил именно этого питомца. Так, ладно, что у нас тут? Есть одно важное и срочное поручение. Охота на четвертого зомби. На темно-темной пристани в темно-темной башне. Я знал, что ты поймешь мой намек. Сказал он. Так, короче, понятно. Опять зомби идти убивать, как всегда. Ну окей. Тогда я сразу нашу битву собаку, нашу отжимим. Молодец, хорошо сражается, уклоняется, тоже нехило так. Даже как и я часто уклоняюсь, то молодец. Знает, у кого учиться всем. Так, ну окей, короче, начинаю активировать, короче, бонусы всем. Так, бонуская. Поручениями было с Арином. На всякий случай. Так, сейчас само собой пойдем сначала прокачаемся. Так, начало удачи, вот он затем ловкость. И так по очереди дальше идем. Так, хорошо. Пусть пока будет так, с таким соотношением стат. Заходи. У меня есть кое-что для тебя. Короче, пойдемте тратить энергию тогда. Хорошо, сразу в бой. Так, все, вот и друзей победил. Вот твой. Так, ну ладно. Сейчас надо еще и выпить не забыть. А то в прошлый раз я надо. Что-то привлекся тут с собой совсем про квест. Так. И последний глоток. Все, набился. У тебя все получилось. Молодец. Наш главный герой. Любит пить, очень любит. Ты можешь выполнить одну мою просьбу? Такого уж это хана. Кто вас ходит, что у Скряги жиба нет друзей. Посмотри, ему совсем никто не дарит подарки. А у тебя много друзей, спрашивает. Так, 10 подарков получить, тебе 3. Окей. Это что-то явно нехорошее. Раньше Тору и сам справился бы с этим делом. Но теперь так выгодно деться. Наставником было быть выгодно, правда? Жаль, что Тору не может быть наставником. Приходится целыми днями наиграть на весла. Эх. Да уж, что хочешь давать эти квесты. Опять, короче, научить на награду учеников он дает. Ну, дает дедок. Сколько еще можно квест давать? Не буду тебе эту награду брать, Тору. Так, я не понял, что здесь все, что ли? Уже не таких квестов тут. Да ладно.
Вот это поворот тут, вот это поворотист. Я прошел все квесты тоже уже. На данном уровне, походу. Эти три квеста, походу, последние здесь, да? Получается. Ну, кич. Ладно, это, короче, думаю, наверное, хватит тогда на сегодня. Все, что смог сегодня сделать. Ладно, короче, спасибо всем просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Продолжение будет в следующем выпуске. Всем новых встреч. Удачи.